Всем доброе утро, с вами канал Артмания, и у нас утренняя пробка во дворе. Вот, сейчас покажу, вот этот ряд не считается, это стоят машины припаркованы, а это вот пробка. Смотрите, как их много, сейчас вот они поехали, видать, светофор закончился, все поехали, и они тоже. Блин, я второй раз только замечаю, но я встаю обычно в 10, а это я встала, время у нас 8 утра. И вот тут наблюдается. Да, тут у меня мука лежит. Отражение. Вон она, вон они. Не знаю, что-то сегодня проснулась. Я очень рано. Все у меня вот маленькие мои секретики, маленькие мои мечты должны сбыться в ближайшее время. И никак. Так. О чем это я здесь? Чайник у меня скипел. Сейчас я буду пить кофе, поскольку я встала рано утром. Почти что я в 6:30 проснулась. Конечно, я не выспался. Сейчас попью кофе, взбодрюсь. Кофе, кстати, я пью горький. Вот, без сахара, без всего. Больше бодрит. И именно вот кофе выпить, а потом покушать. То есть не во время еды. У меня так вот. Именно вот горький сладкий не очень люблю. С лимоном еще иногда люблю. Вот. И я сейчас сплю плохо, потому что должна исполниться скоро моя мечта. Маленькая. Вот, которую я мечтала уже на протяжении 5 лет, наверное, где-то. То есть до этого она исполнялась довольно часто. Там каждый год, там 2 года. А потом в какой-то момент я подумала, что мне это больше не нужно. Вот. А сейчас вот, в принципе, у меня перед летом каждый раз эпидемия на этот маленький, да, маленькую мечту. Кстати, как вы думаете, напишите в комментариях, какая у меня мечта. Вот, и она должна исполниться в следующие выходные, наверное. То есть вот сейчас вот будут эти выходные завтра. Она должна быть в следующие выходные, возможно, мы даже вместе с вами поедем. Просто я не могу сейчас выехать никуда. Поскольку у меня ребенок маленький. Закончилась пробка. Закончилась. А прям вообще я к окну подхожу, они прям стоят вон, смотрите. Прям стоят, стоят, стоят. Вот. У нас, кстати, туман сегодня. Апрельский туман. Вот тут, кстати, у меня подарок. Подарили мне его на 8 марта. Вот. Моя сестра двоюродная. Такая вот. По-моему, это сделано даже под заказ. Скорее всего, мне даже кажется, что, наверное, ей кто-то подарил, а она просто передарила. Сейчас покажу. Так она открывается. И такая. Опа! Красота какая. Конечно, за окном там не очень красиво. Все серое. Вот здесь вот находится часть. Сначала я думала, продается. Но я перед 8 марта много, кучу магазинов посетила. Я такого не видела, конечно. Скорее всего, под заказ. И тут вот чаи. Вот здесь вот они двигаются. Бабочки. Тут тоже вот она открывается, просто стенка мешает. Вот. А, и там внутри конфетки, да. Внутри конфетки. Сейчас покажу. Вот они. Ну, такие конфетки, в принципе, по-моему, продавались в фикс-прайсе. Я видела, не помню, в прошлом году, в этом году, по-моему, были. Вот, поэтому не совсем дорогой подарок. Такой здесь, смотрите, как классно. Это, наверное, может быть, бумага для фотографии. И потом она просто так вот в виде коробочки сложена. Сделаны дырочки, туда она опускается. Вот она, все заделано все. Бабочки такие. Видно, что их вырезали. Аккуратно старались, но вырезали. Такой подарок стоит, у меня радует глаз, когда на улице все серо, мрачно, еще туман этот несчастный. Окна еще добавил грязные.
надо щёк намыть. Вот. Чё вчера я постригла, а я сушу сейчас. Оставила тут чуть-чуть вот на еду. Вот тут эти вот, не знаю, вырастут они, не вырастут. Сегодня у Димы день свинюшки. Дима сегодня свинюшка. С утра он очень хорошо так покакал, что даже все штаны грязные, хоть и был в памперсах. Простынка у нас грязная. Хорошо, мне хоть я заранее постирала, у меня хотя бы есть чистая. Сегодня у нас вот так кушает. Посмотрите, что у нас тут творится. Это вот каша. Еще осталось, даже мы уезжали, неделя у нас не было, прошлая каша, даже помыть не успела. Сейчас я как раз тряпочка у меня мокренькая есть, буду мыть. И хорошо, что я его посадила не в одежде. Все на ноге, все просто кошмар какой-то. Дим, ты правда сегодня свинюшка. Вот вчера он ел прям аккуратненько, так все, вчера, позавчера, вот все эти дни. Сегодня что-то, видимо, с утра он рано тоже встал вместе со мной. Сколько время? 9 часов. Может быть, сонный, потому что, не знаю даже. Сейчас его пойду купать. Раз уже искупал, он там покакал. Сейчас пойду второй раз купать. Ну, не трогай. Давай доедай скорее. Доедай. Ты с этой тарелкой сидишь. Твоя любимая каша. Ты сидишь с ней 3 часа. Что, пить будешь? Давай. Еще надо эту подушечку ему надо, наверное, одевать в какую-нибудь клеенку, чтобы ее не запачкать. Да, он как только видит камеру, сразу начинает улыбаться, смеяться, с камерой заигрывать. Пока я его там включаю, он уже с ней заигрывает во все. Глазки строит, да? Камера, скажи, девочка же, да? Камера, она моя, женского рода. Да? Чё ты ложку кладёшь? А? Поросёнок маленький, как я тебя сейчас понесу? Грязнульку такого. Ах ты, поросёнок, поросёнок. Так, ну вот я шторы повесила. Они мокрые. Немножко тяжеловатые. Ничего. Пальцы, правда, соскальзывали с этих зажимов. Ну, кое-как я вот зажала. Потом еще раз, может быть, когда подсохнет, пройдусь. Вот так вот красиво очень смотрится. Очень мне нравится. Как я уже говорила, покупала я в Фикспрессе их. Вот. Ну, немножко они вот коротковатые. Чуть не до конца пола. Вот, сейчас они здесь, в принципе, высохнут. Вот, и, наверное, я думаю, либо, наверное, может быть, какое-то время оставлю так, а потом, думаю, может быть, как-нибудь их это... Сверху, может быть, перевязать немножко, чтобы они остались вот так вот. И сейчас подальше отойду показать. И как-нибудь их вот, вот так вот полукругом и тут зажать, и тут они будут свисать, потому что до этого они висели... Уже не в комнате. Я что-то такое подобное не делала. Заплетала всякие косички. Они будут немножечко покороче. И ребенок не будет тут запутываться внизу и все такое. Да что ж ты этот стул-то, а? Ты такой хулиган стал. Ты такой стал хулиган, Дима. Просто невозможно. Везде бегает, все бросает, все швыряет. Кошмар просто стал. Ты что хулиганишь-то, а? Ты что хулиганишь? А? Ты зачем хулиганишь? Бегает, прям швыряет все. Все на пол он, в принципе, одежда. Лежала на месте уже там. Просто кошмар какой-то. Не успеваю за ним. Вот. Ну, стало, смотрите, гораздо лучше, чем висели по бокам эти
гигантские шторы, плесборники. Кстати, их тоже уже простернул 20 минут в холодной воде, добавил немножко какого-то там геля. Ну, это гель для душа. Вон они висят, там сохнут. Не знаю, потом куда их буду девать. Покупала их свекровь, не я. Конечно, я бы такие не купила ни за что. Вот. Не знаю, может, как покрывало куда-нибудь. Беру, наверное. Жизнь длинная, пригодится. Да? Какой-нибудь диванчик. На всякий случай я сфотографировала, как они висят. Все ключики так потеряешь. Диму не видно там. Он ребенок играет. Надеюсь, он не сорвет. Их, по крайней мере, эти гораздо проще. Их можно тряпочкой протереть. А те висели. Какую-то пыль собирать. Ай, Дима! Ты мне снесешь сейчас все. Шедевр наш. И подушечки. Гордину не снесешь. И, кстати, они не помялись, ничего. Хорошие очень, качественные. Я боялась, что там, где связана веревочка, и что она помнется, там бугорки, ямочки какие-нибудь будут. Нет, она как была, осталась. Конечно, если ее постирать в стиральной машинке, я представляю, что там будет. Там будет кошмар. Его там никогда не распутаешь. Как, знаете, провода сложенные. Провода вот вроде складываешь аккуратненько, аккуратненько там. А потом начинаешь доставать, они все сплелись уже, как змеи. Ой, маму обнимаешь. Да, да. Кстати, у нас интересно так, с этой стороны еще зима. С той стороны у нас на две стороны окна. Уже все, уже снег растаял, а тут еще тает. Посмотрите, чем занимается Дима. Это у тебя гитара там, да? Ты бренчишь тут-то? Покажи. Как ты бренчишь? О, все. Сломалось. Дима тут бренчал. Она сломалась конкретно, что ли? Все тут разбросал, всю одежду поснимал. Да? Дима, как ты бренчал? Не первый день уже мне бренчишь. Брынь-брынь, да? Да? Брынь-брынь. Нет, еще не сломалась. Как ты бренчала? Она еще бренчит, так интересно. Да? Как ты бренчал? Покажи. Ну не надо ее всю, господи, меня сломаешь и все.